так какая? Будем выходить и дальше на митинги. А что делать? Просто я считаю во всем виноватой милицию. У нас говорили, якобы будет там какая-то люстрация, реформа, да. Но ее пока нет. Милиция — это такая же банда, как и, собственно, те, кто на нас нападал. Они едят из одной руки. Что было два мнения, две стороны, много людей собралось, и с той, и с другой стороны. Ну, все это, конечно, наверное, надо нам всем пережить, набраться терпения, все во времени. Я думаю, что это все разрешится не на нашем уровне, а на уровне наших правительства. Отвратительно. Думаю, что я могу думать? Кому-то выгодно просто свести две силы на одной площади, оградив их там двумя десятками беркута. Что тут можно сказать? Кто-то специально ссорит народ, вот и все. Я хочу федерацию. О чем референдум? Как это о чем? Я хочу федерацию. Нет, зачем? В составе Украины. Да правда. Да. Вы мне будете рассказывать, что мне нужно делать. Это провокаторы вот такие, как вы, вот вчера приезжали. Да ты вам не нравится вперед, пожалуй, на Западную Украину. Вчера украинцев тут зарезали эти пророссийцы, россиянцы. Вы расскажете. Это так надо? Поганой метлой вас гнать. Это вас поганой метлой. На Западную Украину галичанам.